Доброго дня всем. Я Абдулмишамиль Талгатович, Куарчинский район, село Мраково, Иваново, 25. 28 апреля 2023 года в 15:00 часов местного времени в село Ишмурзино Баймакского района Республики Башкортостан состоится сход граждан против незаконной добычи золота, ну, в Баймакском районе, в Заурале вообще. Значит, данное мероприятие, оно разрешенное властями, есть решение главы сельского совета, Ишмурзинского сельского совета Баймакского района. Поэтому туда можно ехать на законных основаниях, не боясь никаких преследований со стороны властей. Если у кого-то, у желающих возникают какие-то проблемы с транспортом, какие-то проблемы, связанные с деньгами для заправки личного транспорта, есть такой вариант хороший. Мы можем скооперироваться. Например, несколько человек собраться и как бы скинуться, заправить свои личные машины и поехать туда. Вот в той зоне, в которой я проживаю, это Кугарчинский район, ну, близлежащие районы, например, Мелиоз, Кумертау, там, Куюргазинский район, Бурзян, Зиянчуринский районы. В вопросах кооперации вы можете, я могу как бы, ну, предложить свои услуги координатора данного вопроса. Вот у меня телефон 8-937-48-95-607. Шамиль, меня звать. Вы можете мне звонить, через меня можно будет решать вопросы. Например, у кого-то, если есть личный транспорт, но чуть-чуть проблемы с деньгами, 3-4 человека скинулись и на этой машине туда-сюда съездили. Эти вопросы давайте, я готов оказать свою помощь в этом вопросе. Ну, в принципе, наверное, все. Вот это, наверное, я хотел сказать. И дополнительно всех призываю, всех сознательных граждан Республики Башкортостан, несмотря на национальности, башкир, татар, русский, чуваш или кто бы ни было, республика наша родная. Проблемы, которые там создаются, они касаются нас всех. Поэтому всем желательно туда надо приехать и поддержать местный народ. Потому что беда сегодня у них, завтра к нам придет беда, и они к нам придут на помощь.